Утро начинается, начинается. Свежий чаек запарим. Всем доброе утро, всем здравствуйте, всех приветствую, друзья мои. Вчера, девочки, чайник новый в фикс прайсе приобрели. И сегодня завариваем в новом чайничке. Так, зелененького немножко чаечку добавим. Марина у нас любит зеленый чай. Здесь у нас такой вот чай. Это когда-то подписчица мне в посылке отправляла. Огромное спасибо. Иван-чай в сочетании с ароматным имбирем и целебным лимоном. Еще есть. Понемножку я его использую. Чайничек у нас уже кипит вовсю. Вот, мы завтракать собрались. Попить свежий чаек с медком. Обожаю чай с медом. Обожаю, девочки, чай с медком. Ну вот. Муж где-то намывает казан большой, здоровый, чтобы поставить голову варить свиную на холодец. На завтрак, девочки, творожок. Першинский творожок. Ну-ка, в этот раз какой-то он нормальный. Нормальненький. Пока, говорю, масленица идет, надо холодец сварить. Оставалось полголовы. Вчера запланировали. Я говорю, ну давай сделаем холодечек. Масленица. Сегодня, девочки, блины не жарю еще пока. Вчера муж лепешек испек. Мама, я блинчики жарила. С чем? Испечем стол с ягодами. С ягодами? Да. Да, испекем обязательно. Да, испечем. Будешь творожок-то кушать? Да, буду. Давай, мама вас покормит в первую очередь. Да. Леги, садись, мама тебе творожком покормит. Так что... Чаечек. Включи Машу и Медведь. Там включу, включу. Маша и Медведь. Давайте покушайте сначала. Чаечек, да? Вкусненький. Это ты где покупала? Это мы вчера в фикс прайсе купили. Да. Такой красивый чайник. Так, будь здорова. Будь здорова. Его можно чайничек открывать? Не надо его открывать. Так, приятного аппетита, Матвейка. Спасибо. Девчонки, у меня посылочка, девочки. Заказывала на Валберис. Сейчас я вам все покажу. Ой, я тут помывала посуду, начала чистить лучок. А сейчас Марина пришла уже с учебы и получила посылочку. Что я, девочки, заказала? У меня вот такая досочка в обиходе. Гибкая, девчонки, она у меня одна единственная, она, в общем, уже такая вся, как говорится, использованная хорошо, но она очень удобная, очень классная. И я, девочки, в общем, заказала вот такие вот досочки. Так, гибкие доски для раздельного приготовления. Так, я думаю, что они даже лучше будут. Лучше, удобнее. Потолще, по толщине, по крепости имеется в виду. Вот такой вот, девочки, набор. Набор гибких, ярких, красивых досочек. Здесь даже вот показано, да? Для морковки, для овощей, в общем, это досочка. Это для мяса. Здесь у нас досочка для рыбы и досочка для птицы. В общем, досочки такие хорошего размера. По сравнению с моей досочкой, ну, я говорю, еще раз скажу, девочки, очень удобно и замечательно, прекрасно. Я очень довольна. Такие прям хорошие досочки. Далее, девочки, вот такая вот выемка для теста. У кого не получается ровные сочни, просто раскатать пласт теста и сделать вот такой вот замечательной, удобной штукой ровные, красивые кружочки. И получатся красивые пельмешки. Такая вот выемка для теста.
Так, в сторонку. Показала, девочки, вот такую вот пельменницу. Коробочки. Металлическая пельменница, девчонки. Тяжеленькая такая. Пельмешечки. Пельмешечки, в общем, попробуем. Сегодня вечером, девочки, на вечер у нас будут пельмени. Начищу лучок. У нас размораживается мяско, намелим фаршу и сделаем домашние пельмешки. У меня, девчонки, точно такая же пластмассовая. Я ей попользовалась несколько раз. В общем, сейчас я вам покажу. Вот такая вот она, в принципе, рисунок одинаковый. Но мне она как-то, ну, я не скажу, что она плохая, но и не сильно прям. Мне хотелось металлическую. Она, девочки, такая прям надежная. Даже на подарочек можно. Коробочка вот такая вот завернул, красиво оформил. Можно кому-нибудь подарить. Ну, а что, хороший подарок, я думаю. Например, вот мне очень даже понравилось. Эта пельменница у нас уйдет в другой дом. Лишней она не будет. Будет, в общем, будет там пригождаться. Так что, девчонки, такая вот пельменница. Будем вечером пельмени стряпать. Заказала, девочки, вот такой ролик. Ролик — незаменимая вещь, девчонки. А у нас пользуется и Марина. На днях выбросили ролик. У нее был, в общем, немножко другой модели. И он, в общем, с какими-то там листами, что ли. Она говорит, закончились эти липкие листы, я так поняла. В общем, у кого есть животные, шерсть от животных, в общем, паргаль, там что-то такое, да, на вещах. В общем, удобно, девчонки. Так что такой вот у меня заказик, девочки. Кого-то что-то, если заинтересовало, я оставлю внизу ссылочки. Смотрите, переходите по ссылочкам, девчонки. Может, себе что-то закажете. Так что, ну, девочки, я очень довольна. Доски, вот это просто, просто супер. Сейчас у меня будет целых 5 досочек старенькой. А мы эту досочку в тот дом унесем. У меня там, девчонки, одна единственная доска. Мы отправим это, в общем, старенькое все в дом 2. А в доме 1 будем пользоваться новеньким. Отличные, шикарные доски. Такой прям размер, я говорю, хороший, девочки. Так что смотрите, может, кто-то тоже поизносился и не знает, где заказать. Ссылочка внизу в описании, девчонки. Проходите по ссылочке. И смотрите. Так, ну ладно, я сейчас все это убираю. Надо мне луку начистить. Мне надо в магазин, девочки, лаваш купить для шаурмы. А пельмешки у нас попозже будут на вечер, потому что, девочки, мясо еще не разморозилось. Вот. Голову муж тоже замочил, вымочить ее, потому что хотел поставить варить. Посмотрел, в общем, помыл ее хорошенько, но надо было вымачивать. Я говорю, ну поставь, пусть вымачивается. Так что голова у нас вымачивается, мяско размораживается. Так что все тут уже кипит работа. Друзья мои, всем приветики. Уже поближе. Собралась, девчонки, в магазин, а муж с ребятишками пошел погулять. Я говорю, быстренько схожу, куплю лаваш. Еще порошка вчера не купила. Вчера тоже кое-что ходили, покупали. В общем, бегу, можно сказать, бегом кое-что докупить. Сейчас зайду, девочки, лаваш куплю в Магните, а потом схожу в Доброцен за порошком. Порошка надо купить, да. Селедочки вчера хотела, не купила. А сегодня надо не забыть. У меня, девчонки, лучок закончился. Сегодня тут все так красивенько разложили. А лучок у нас вот этот по 69. Я вчера купила, мы его, в общем, весь стратим на фарш. А здесь вот такой вот еще лук есть фасованный. Я, наверное, возьму сеточку такого лучка. В принципе, еще нормально. Выбрать только лаваш. Такой вот лаваш. Так, что у нас сегодня? Какое число-то у нас сегодня, девочки? Сегодня у нас 21-е. А он 20-м числом. Лук, девочки, взяли, лаваш подальше, вот свеженький, а впереди, как обычно, постарее. Так, мне надо яйцо взять. Так, яйцо у нас вот такая цена, это у нас второй сорт. Ну-ка, надо нам его открыть как-то. Сейчас посмотрим. Так. Надо всегда проверять яйцо. Такое оно мелковатое. Так, тут у нас первый сорт. А, нет, второй сорт.
Так, первый сорт у нас вот 64 рубля. Ну-ка сравним. Ну тут, конечно, чуть-чуть побольше, я бы сказала. Но в принципе не сильно, мне кажется, они отличаются. Не сильно отличаются. Можно взять второй сорт. Второй сорт возьмем. Несколько ячеек. В магните, девочки, купила все необходимое. И бегу скорее в Доброцен. Взяла, девочки, пачку порошка. Сейчас здесь такая вот красотища прям стоит. Масленица. Все, что нужно, да? Самоварчик. С сушками. Тут медок. А что это с чем? Крем-мед. Какой-то интересный. Не брали? Нет. Что со смородиной? И что, как? Нормально? А что-то цены-то здесь нету, так? Здесь цены есть, ага? А, вот правильно, ага. Так, сгущеночка тут. Тут даже смесь для блинов. По-скоренькому. Тут другая смесь какая-то. А, для оладий. Так, тут у нас паста. Ну, в общем, красота, красотища. С масленицей, девочки. Цены, девочки, покажу вам. Такой вот крем-мед стоит 104,90 с черной смородиной. Хочу взять баночку. Сгущенку смотрю. Вот здесь сгущенка, значит, с заменителем жира. Вот 59,90. А без заменителя вот такая вот сгущенка 69,90. Так что вот, пожалуйста. Кому что? Кому с заменителем, кому без. В общем, возьмем баночку. Крупы, девочки, смотрю. Так, здесь вот гречка 49,90. Тут вот тоже какая-то такая гречка есть. Так, гречка фасованная. А здесь вообще вот гречка. Крупа гречная 58,90. Вот такой кулечек. Возьму, наверное, кулечек гречки. Так, еще взяла тоже большую сгущенку. Такую вот. Тоже она без заменителя. 100 с чем-то рублей. 160, что ли. В общем, посмотрим потом. Так. Фрукты, овощи здесь тоже есть. Огурчики, кстати, 249 рублей. А мы вчера брали. Почем же мы вчера брали огурчики? Девочки, точно такие же огурчики. Кто мне там пишет, что где-то что-то лучше? Обычные гладкие огурцы. Помидоры, кстати, здесь дороже. 212 рублей на веточке. Ну, не особо. Они такие прям хорошие, конечно. Ну, перцы намного лучше. 329, чем в магните. В магните видели. Я вам показывала. И картошка классная. Прям вообще хорошая. Картофель 23,90. Морковь, девчонки, 27,90. А я вчера по 90 или по 80 рублей купила. Морковь. Отличная морковь. Так, яблоки зеленые. Так, груши какие-то, дичка, что ли, по такой цене. Покажу вам немножко, девчонки, капуста недорогая. Так, пекинская капуста, видно, да? Севок вот такой. Лук-севок. Штутгартен. Ну вот, пожалуйста. Взять, что ли. И лук, девочки, здесь 52,90. Ну вот видите, точно такой же товар. Но морковка вот хорошая, я сейчас морковки возьму еще. Вчера, девочки, брала сметану в магните. По акции она была у нас 80 с чем-то рублей. Ну, а здесь 119,90. Наша катайская сметана. Такая, ну-ка, чего у нас сегодня? 21-я, свеженькая. Возьмем. Я тут немножко севочка взяла. Кулечек. Морковки взяла побольше. Ну, в общем, тут поднабирается уже. Такие вот сливочки еще беру. По 122 рубля. И иду к селедочке. А селедочки у нас сегодня нету. Той, которую я хотела. Только вот эта вот селедка. А та вот вкуснее была. Та лучше. Ну вот, девочки, подзакупилась я, в общем. Больше брать ничего не буду. Все вам здесь показала. Селедочки баночку взяла. Мука, смотрите, здесь недорогая, пшеничная.
Ну, в общем, идем на кассу и домой. Сама схожу, схожу. Вроде брать ничего не собиралась. Иду, девочки, руки уже тянет. Я говорю, не, все, вот встала, не могу идти. А вот представь, одна я, как бы я сейчас шла. Сейчас смотрю, женщина такая, ну, бабушка уже, с тележкой идет. Но я просто за лавашом пошла, потому что... Да понятно, что ты за лавашом всегда ходишь. Это за один лавашом. Ну, вот так вот сходила. Так, муженек тут мне фарша намолол с помощником. Я уже тут нарезала огурчик, лучок. Нарезаю, в общем. Так, 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 так. Замешала, девочки, замешала. Я здесь уже тесто на блины. Хочу поставить гречку варить. Гречка, кстати, такая прям чистенькая. Отличная гречка. И недорогая, кстати. Вот, гречка, девочки, крупа гречневая. Вот, 58,90. Ну, 59 рублей. Ну, что? Хорошая гречка. Видно, что чистая. Отличная прям. Ну, ладно. Сейчас комочки надо разбить. Тесто у меня постоит. Я буду блинчики делать, шаурму крутить. Фарш наготовить надо. В общем, работы. Готовки опять, девочки. Море. Море-море готовки. Будем пробовать блины с медочком, со сгущеночкой. Ну, со сгущенкой, что, все, как говорится, пробовали. А медочек, я вот медочек это, девочки, не пробовала. Там женщина какая-то, я у нее спросила, она говорит, вкусный медок. Вкусный, ну, мы тоже уже как бы это попробовали. Попробовали, девочки, тут маленько прочитала состав. Состав мед цветочный, сок смородины, ягоды смородины. В общем, состав хороший. И ты закрутил, что ли, хорошенько, ага? А, нет. Такой вот он прям вкусненький. Вкусненький, ароматненький, обалденный. В общем, ладно, буду заниматься, потом вам буду показывать по мере продвижения дел. В общем, это у нас фарш будет на пельмешки. Будем пельмешки делать по-скоренькому на новой пельменнице. Так, в первую очередь жарим блиночки. Блины, блины, блиночки. Пожарим сейчас. Гречку поставила варить. Гречку наготовим. А я сейчас, девочки, морковку чищу. Почистила морковку, она такая прям ароматная. Прям такая прям душистая. Прям как будто с грядки. Что ты ешь? Ой. Маловато взяла, хочу мужа отправить. Сейчас подумала. Думала. У нас снег идет. Смотри, Сашка, как заносит. Буранит, пуржит. Ненастье. Ненастье у нас, Сашка, наступает. Саша, ты посмотри, что девочки успели, погуляли с ребятишками, ага. Это надо же. Как это слово-то, Саша? Я тебе на днях говорила это слово. Прям несет ведь у нас вообще, прям несет. Трище такое. Забыла слово-то. Вспоминала, девочки, слова вот эти вот бабушкины, старые. Саша, вспомни это слово, я тебе говорила, про ненастье. Ненастье это такое слово старенькое. И еще другое слово-то. Ну ладно, вспомни, может, потом. Хочу послать его за морковкой, моркови купить. Я говорю, вот хранилась бы она в погребе, так бы купил этой моркови. И пусть бы она лежала. Но у нас она не хранится, она у нас испортится. Я вот сейчас вот эту морковку, которую купила, я ее это почищу. Я ее почищу и отправлю, в общем, в морозилку. В морозилочку. Ну что, первый блин не комом. Такой прям румяный, девочки. Ну что, сегодня у нас второй день масленицы. Блиночки. Не собиралась даже выпекать блины, но что-то раз сгущенки взяла, надо постряпать. Ну вот, тесто тут опять целый тазик, такое тестится на молочке с яйцом. Погода, девочки, у нас
снежок. Прям так заметает, метет. Ветер. Ветер, ветерочек. А у нас дома жарится блиночек. Метет, девочки, у нас капитально. Я говорю, пусть заметает, заносит нас. Сугробы по колено. Мужу завтра на работу. Мужу на работу завтра. Работать будет. Тут у меня перцы стоят. Пока еще не вылазят. Так, здесь у меня блины жарятся. Румяные. О. Гречка кипит вовсю. Гречечка, гречушка. Даня у нас гречку любит. Так что гречка для Дани с сосисочками. Блинчики ребятишки кушают. Ну, по-скоренькому, в общем, тут все. Так, ладно, отключаюсь, девочки, неудобно. Жарит мама блинушечки, да? Заворачивает шаурмушечки. Шаурмушечки, да? Ты не ездишь? Майонезик с чесноком. Все смазываем. Размазываем. Все. У меня там же по-скоренькому блины надо доделывать. Здесь у меня капусточка с лучком. С огурчиком. Мяско. Отварное, правда. Отварное, обжаренное с луковкой. Так. Вот так. Небольшие. Блинов напекла, девочки. Целая гора получилась. Шаурмы накрутила, обжарила. Так, ну вот, в общем, закончила с этим делом. Здесь муж купил, девочки, перцы. Я на них так смотрела, думала, взять, не взять. Не знаю, цену вам показала, не показала. Это в доброцене, девчонки. Перец такой крупный, хороший. По 300 с чем-то рублей, в общем. Я хочу сделать фаршированный перец. А фаршированный перец у нас ест только Ольга. Только я, девочки, ем. Так, еще прикупил луку 3 килограмма. Луку 3 килограмма. Лук лишним не бывает. Так, а я сегодня вроде купила луку-то, Саша. Что-то я не помню. Что-то я забыла. Я всего купила. Да, у меня здесь сетка. Это я в магните купила. Немножко тут вот морковочки. В общем... Да. И, Саша, сколько у тебя моркови-то получилось? Моркови 11 килограмм. 11 килограмм моркови, в общем, муж купил. Вот такая морковь. Ее надо подсушить. И, не знаю, и как-то сохранить, девочки. Не знаю, как. Каким образом. Так, тишина. Что закричали там, развеселились. Так, сейчас мне надо помыть перцы, поубирать тут лишнее, в общем. Это все убрать. И потом... Сделать тесто и фарш приготовить. В общем, заняться лепкой пельменей. Сейчас хотела вам сказать про лаваш, девчонки. Вот брала когда-то лаваш, разный лаваш брала. Который раз возьмешь, лаваш рвется. Прям вообще невозможно. А вот этот лаваш сегодня купила. Показывала, девочки, вам.
свеженький. В первом ряду, вот когда в магазине на полочке лежит в первом ряду, срок годности там постарее, не очень свежий. А дальше, когда ручку протянешь туда подальше, там уже, конечно, свеженькое лежит. В общем, взяла два лаваша и один потратила. И отличный лаваш, эластичный, очень хорошо закручивается. Мне такой лаваш очень даже понравился. И, ну и цена, в принципе, как бы такая нормальная. Так, ладно, пока отключаюсь. Наминаю, девочки, тесто на пельмени. Сейчас надо фарш приготовить, добавить специи все, посолить. Муж казан ставит с головой свиной. Будет вариться головушка на холодец. Сейчас намешаю тесто. Кто-то писал, девочки, без яйца. Раньше делала с яйцом, а сейчас делаю просто мука, соль, вода. Вода горячая такая, ну, в прогорить, чтобы рука терпела. Прекрасное тесто получается, замечательно. Сейчас вот сделаем и начнем пельмени стряпать. У меня, девочки, здесь уже идет процесс. Я, в общем, вот так раскатала, не стала ничего обрезать. У меня так получилось. Ну что, разложила фаршик. Сейчас так вот накроем, раскатаем, и будет у нас целая партия пельменей. Обалденно. Партия пельменей готова. Уже делаю вторую партию. Вторая партия пельмешек, да, Матвейка? Матвейка ждет, когда будет. Убирай пока руки. Надо хорошенько делать мукой. Ждет, когда будет стряпать, да, с мамой? Сейчас я сделаю, у меня вода, потому что уже закипела. Пельмешки будут с лаврушечкой. Матвей, не мозоль здесь с этой мукой. Не балуйся. С лаврушечкой. С перчиком. Здесь сбежал мальчик. Прыгнул. Все. Подожди, сейчас мама тут пельмени делает, катает. Подожди, маленько, потерпи. Все, сейчас уже будем отправлять пельмени. У нас на досочке уже вот партия лежит. Хорошенько надо прокатать. И я надеюсь, что они у нас с легкостью выпадут. Да. Такая формочка. Ну, это такие по-скорому пельмени. А если, конечно, хочется ручной лепки, да, мы будем делать вот такие вот кругленькие, кругляшки ровненькие. Я буду. Будешь, да, сейчас мама закончит. Раскатала. Будут у нас пельмени. Раскатала. Будут кругляшки делать. Будем кругляшки делать. Но сейчас надо нам вот это вот как-то. Как-то нам надо выцарапать, чтобы она выпала все это. С легкостью. Выпала. Она выпадывает, но. О, она выпала она. Тебя. Ну, сейчас будем. Ой. Отправлять. Плоховато прокатала, наверное. Ну ничего. О. Если хорошенько стукануть, то целая партия пельменей выпадет. Разом так. Да? Разом так. Выпало раз и все. Все. Ура, ура. И у нас получается две партии пельменей. Мы сейчас их отправим. Сейчас будем делать. Мама сейчас отправит. Пельмешки наши. Это пельмени, да? Делать. О, кругленькие. Будем. Отлично, по-скоренькому. И будут у нас на ужин. Вы супер пельмени делаете. Это супер пельмени, да. Обалденные. А кругли. Сейчас, подожди, сынок. Вот я сейчас, смотри, вот эту партию отправляю, сынулька. Куда? И ты будешь кушать. В кастрюльку, там вода уже кипит. Кипит, бурлит. Во, целая партия, да. Это? Варить будем. Пельмешки готовы. Добавляла лаврушку. Ну, вот иногда с лаврушечкой можно сварить. В прошлый раз тоже варила вкусно, показалось. Ну и в этот раз тоже такие вот пельмешечки тут. В общем, вкуснятина. Так, и сразу следом, следующая партия. Вот так досочку раз.
Да-да-да, высыпай, все нормально будет. Все, сейчас помешивать, и все прекрасно. Все пельмешки эти сварятся. У меня тут как раз две партии. Так, в общем, по две партии варю. Так, давай. Держи, горяченькие. А майонез положь? Сметанку папа положит тебе. Папа положит, потому что у меня тут уже все. У меня тут сметанку такая вот еще партейка готова. Аккуратные, ровненькие, папа, девочки, вообще прям. Очень надо хорошенько мукой. Обильно, в общем. Смазывать. Обтрясать, в общем, блинницу, девочки. У меня же все. Пельменницу. Раскатываю сразу. Видите, как я раскатываю прям. Потом раскладываю немножко фаршик, чуть-чуть приминая его. И вот так вот, в общем, закрываю. Легко и просто. У меня сегодня просто нет времени сидеть лепить пельмени. Ну, что-то у меня сегодня как-то готовки прям образовалось много. И вот это вот блинница. Опять у меня блинница. Да что ты сегодня... Пельменница, девочки, она очень даже, кстати, сладкая. Ну что, пельмени-то как тебе? Добавки просят? Пельменчики-то вкуснятина. Я больше положу. Я маленький пингвиненок. Ой, папа тебе сметанки добавляет. Давай со сметанкой. Ну вот. Мама сейчас закончит. Все уже, немножко остается. И тоже хочет кушать пельмешки. Горяченькие. Горячие пельмешки. Я уже тут вся в муке. Фартука, девочки, нет. У меня фартук в том доме есть. Я заказала себе хороший фартук. Ну, в общем, ничего. Постираемся. Я заказала фартук. Фартук. У тебя есть тоже фартук. Ну-ка, что-то у меня тут не отделывается. Ну ладно, вот. Все. Все легко и просто. И очень быстро должно быть. Вообще прям. Прям супер. Все. Гулять. Давай, гулящий. Кушай пельмени давай. У мамы сейчас тут как раз вот еще двойная партия получается. С наварим пельмени. Даня со школы как раз должен скоро уже прийти. Время уже много. Немного времени ушло на готовку. Ну, мы погуляли, конечно, сходили. Тут еще тоже на ребятишек отвлекаешься. Делаешь с ними какие-то дела. Ну, вот, девочки, в общем, такая красота получается. Ай да, пельмеши. Да? Да чего ж вы хороши. О, ты ничего прям шикуешь с перцем-то. Не остро будет? Нет. Так. Ну что, Даня, идешь кушать? Даня как раз у нас пришел, у нас такие там завалы, пришел весь в снегу. Ну, приятного аппетита, муж. Спасибо. Будем, девочки, кушать. Так, у меня черный перчик. Черный перчик. Евочка, девчонка, дай нам покушать. Друзья мои, я на этом с вами прощаюсь. Всем вам огромное спасибо скажу. Про ссылочки, девочки, напомню вам. На товар. Пельмени обалденные. Получились. Я уже попробовала один пельмешек. Вкуснятина. Даня думает, что они магазинные. Пока-пока. Пока-пока всем. Кто тут крадется, пробирается? Да?